восстановил бы власть советов, местных советов, как форм прямого народовластия? Я бы, конечно, упорядочил бы авторское право. В первую очередь необходима ответственная, честная власть. Я бы хотел, чтобы вся конституция и все законы были бы стабильными. Вы сами знаете, какие скандалы, какое воровство, какой обман композиторов, поэтов и прочих. Гарантии того, что никто у тебя ничего не отнимет, никто у тебя не придумает и так далее, и так далее. Изменить в России нужно людей, как мне кажется, их мировоззрение, их желание нажиться во что бы то ни стало. Очень жестко, конечно же, отнестись к тем людям, которые мешают развитию страны. Самое главное изменить – это уничтожить все коррупционные схемы, уничтожить коррупцию в России. Если твоему примеру будут следовать остальные, то изменения будут гораздо, гораздо эффективнее и лучше. Люди, давайте сделаем больше бесплатного образования. Давайте мы сделаем больше медицины. Вот первым делом я бы поминала прежде всего себя. На самом-то деле не деньги решают все, не материальные блага, а именно нравственность.